Всем привет! Сегодня мы будем смотреть видео мои с моего старого канала, куда я снимала, когда я была маленькая, мне было лет 6. Вот, да, я снимала 5 лет назад. И вот, вчера я зашла на YouTube, и мне попалось видео. Кукла Ролл. И мне, я тогда просто была... В садике я еще не умела писать. Вот. Я сняла видео про куколку Лол. Такое вот странное название. И там у меня 500 просмотров. Давайте посмотрим это видео. Для того, чтобы просто найти этот канал, мой старый канал, вот он, нужно просто ввести Светлана Литвинова кукла Ролл. Вот, кстати, то самое видео про куклу Ролл. Ну да, это я. Ну так как мы все видео с вами не посмотрим, можете перейти на канал и посмотреть. Кстати, подписаться на саму себя. Да. Мы посмотрим только самые смешные отрывки. Вот, из видео. То ж, давайте начнем с куклы Ролла. Что там такого интересного есть? Так, что ж, давайте посмотрим. Привет, с вами Вика. Сегодня мы пойдем к куколке Ролл в гости. Кукла Ролл. Так, тут ее нет. Давайте посмотрим. Так, Ролл, ты где там? В общем, в этом видео ничего такого необычного не было. Да, я вам показала только начало. Ну да, просто кукла Лол и все. Да. Поэтому сейчас вы посмотрите некоторые фрагменты из видео. Я засняла самые смешные. Спойлер, там сидит мой дядя и играет что-то там в компьютер или во что. Да, а еще я рукожоп. У меня сначала упал фломастер, а потом у меня упал телефон. Да, я исправила проблему свою. Просто пододвинула телефон. Ладно. Ну, вот так вот. В общем, я портила все на своем пути, да. А потом я жаловалась, что у меня нет нормальных фломастеров, что они у меня засохли. Ну а на сегодня все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Если вы хотите посмотреть полное видео, то переходите на этот канал. В начале видео я вам рассказала, как найти этот канал. Поэтому вот. Всем пока.